Сегодня завершился 14-й международный Чебоксарский кинофестиваль. На сцене театра юного зрителя члены жюри огласили итоги конкурса. В программе нынешнего кинофорума состоялись более 120 кинопоказов, творческих встреч с известными актерами, режиссерами, критиками. В основном конкурсе были представлены 17 картин из 9 регионов страны. Спецприз за главу Чувашии был удостоен бессменный программный директор фестиваля Сергей Лаврентьев. В конкурсе регионального этнического кино вновь одержала победу картина якутского режиссера. На этот раз работа Никандра Федорова «Потанцуй со мной». В конкурсе игрового кино были представлены 6 номинаций. Зрители назвали лучший фильм «Земля Эльзы» режиссера Юлии Колесник. Лучшей актрисой стала Марьям Ибрагимова за роль в фильме «Фарида». Лучшим исполнителем мужской роли стал Александр Рязанцев за работу в картине «Сентенция». Ну а лучшим игровым фильмом стала иностранная картина режиссеров из Польши и Франции «Тело Христово». На фестиваль они не приехали, приз за них получил Сергей Лаврентьев. Многие именитые гости отметили, фестиваль удался в очередной раз, и они с удовольствием будут ждать новой встречи с чебоксарским зрителем. Это так важно, когда вы приходите в зрительный зал и вступаете в диалог, то, что вам нравится, вы вступаете в диалог с авторами. Это дорогого стоит. И спасибо большое, что вы приходили. Я заметил одну такую особенность. Почти все зрители сидели до конца, пока шли титры. Это говорит о высокой культуре просмотра в вашем городе.